Хёрки. Ничего больше нет, да? Жалко, ёп. Почему эта вышка не открыта? Тут, в принципе, ну да, не очень хорошо видно. А, давайте сейчас отправимся, наверное, либо на вышку, хотя нафиг. Нам, да, в сторону как раз тут есть хёрк этот. А, либо, подождите, здесь... Во, мне вот сюда надо. Так, а тут быстрое перемещение. Где я-то хоть? Вот я. Ну, давайте, где тут поближе-то? Переместимся. Блин, я что-то думаю, зачем я это сделал? Надо было поговорить. У меня просто мысль была такая, что... Она не очень хороший человек, почему-то, я не знаю почему. Видимо, я прослушал немного задания, но нам вроде бы говорили, что она там кого-то убила, или что-то она там сама не очень хорошая такая девочка. Кто-нибудь, помогите! Не то будет... Так, купить. Покупаем, что нам жалко, что ли? Продаем. Вот, давайте вот быструю продажу. Вещей в продажу 15. Давайте посмотрим, что в итоге мы продадим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Нет, нет. Это раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Почему 15 вещей, мне тогда говорят? Эти нам нужны вещи. А, наверное, вот это я еще не заметил. Может, и заметил. Все, теперь уходим. Покупаем бронежилет. Уникальные. Ну, все, пока оставим. Сейчас мы купим уникальные. Ой, откроем сначала нашу снайперку. Я надеюсь, что это снайперка, потому что, блин, если это не снайперка, я вообще не знаю. Если... Блях, ты мог. Если в этой игре снайперская винтовка... Офигеть. Я думал, они меня сейчас раздавят. До свидания, чур. Волосатый. Чувак. Так. Ну-ка попробуем. Нормально. Так, где вот транспорт? А, все, погнали. Че, что ли, тут едет? А это вроде не наши. Блин, да заколебали, ёп, парасыте. Сейчас оценим за одну пулеметчик. А, здесь нет пулемет. Я на все патроны сейчас потрачу, ну ёп, парасыте. Такое-то. Что тут подобрать, кстати говоря, можно. А, подожди. А, вот в чем прикол. Я, наверное, иногда их не обыскиваю, если вот так вот, например, сейчас подойти. Сейчас. Во. А, нет, все равно. Ну ладно, почему-то иногда он не обыскивает их толком-то. Вас не удивляет, почему я так часто перезаряжаю пулемет? А, ладно, пофиг, погнали. Немного не то хотел сделать. Так, вот тут у нас где-то пропаганда. Срываем. 250 опыта, очков опыта лишними никогда не бывает. И сколько там дают, тоже забыл. Да, 250. Так, давайте здесь потише сейчас подъедем. Потому что в тот раз, когда я... Помните, бомбу-то сказали, что меня заметили, поэтому задание провальное с бомбой. Я так и не... Так, ну здесь наш опять. Можно тебя на минутку? По-любому, иди сюда. Точнее, сейчас подойду. Скорее, сюда! А что случилось? Нур разрушила большинство древних скульптур. Но один монах... смог спрятать несколько статуй, чтобы передать Золотому Пути. Хочешь, чтобы я вернул их? Мы можем потерять их навсегда. Ясно, я понял.
Я знал, что ты не подведешь. Вот координаты. Блин, да посмотрите, это же фотография. Эй, просто. Я хочу тебе что-то сказать. Офигеть. Орел, орел! Это просто фотография. Смотрите. Так, ну все, а куда нам надо идти? Так, сколько? 300 метров. Так, у тебя квадроцикла здесь нету, да? Ну ладно. Иди сюда, надо поговорить. Эй, я же уже поговорил. Так ведь? Еще задача. Ну так, все правильно. Все, давай. Так, а что надо сделать-то? Я не понял. Я что-то прослушал. Вроде он сказал... Все правильно, с бомбой, значит, как с бомбой. Так, это что за зверь у нас? Кабан. Кабан нам нужен? Нет. Смотрим, изготовление. Надо запомнить. Вроде бы и нам не нужен кабан особо. Ну ладно, погнали. Ну, моё. Так, как тут лучше проехать? Как, наверное, наши или хрен знает, кто это, я не понял. Ну там точно наши стоят, вот эти вот слева. Стоп, кого вы замочили? Я в бешенстве. Опять какие-то баги, взлеты. Животных. Знаете, что меня бесит? Которые от природы не умеют летать. Я СМИ то, что надо, а западные СМИ. Вот мы входим в зону задания, давайте вот здесь вот выйдем. Этот придурок всякий тут по радио нам хрень всякую говорит. О, мы здесь уже были. Так, оставаясь незамеченным. Ну что ж, друзья, давайте выцеливать всех гнид. Вот, первая гнида. Блин, тяжело, если офигеть. То я взрывал, то теперь обезвреживаю. Так, здесь у нас. Там еще один. Не хочу заваливать задание. Поэтому надо быть как можно осторожнее. Кстати, в прошлой миссии, в прошлой серии, в прошлом, когда я нес... Ёпта. Тех чуваков, которые... того чувака, который нам... Ну, рассказала... достать для нее, ну... Она сказала, что он крыса, что он бежит с того чувакового корабля, я это запомнил. Вот. Когда мы его выносили, у меня, оказывается, по-моему, это не у всех такая есть возможность. Стрельба во время переноса... тело. Ну что же, друзья, надо уже минусовать их, я думаю, да? А вот еще один. Так, потихоньку двигаемся. Вот там еще один оказывается. Проще вот так. Раз, и все. Так, снайперку бы с глушителем, я бы тут с ними легко разобрался. Гораздо легче, я имею в виду. Вот это минусану бы хорошо, а. Жену. У тебя еще и жена есть. Тварь такая. Ну что, да по-любому заметит. Ну а что же нам делать-то еще? Как-то минусовать их надо. Всех-то. Так, можно... Можно, знаете, что делать? Я совсем забыл про такую функцию. Вот так вот. Иди. Давай, мы будем их заманивать сюда. Ну иди ты уже сюда, ёпрстая. Оба идите. Давай, иди.
Иди ближе. Вот как раньше. Хотя нет, зачем? Пусть они обернутся назад. Задом. Во-во-во, отлично. Шикарно. Так. Минус один. Уже хорошо. Сейчас минус этот будет. Погоди, 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 не шевелись. Так, тот вроде не заметил. Так. Здорово. Блин, того стрела, не знаю, долетит, нет. Ну, может, долетит, но не попадет. Это будет не очень круто. Так, вот это хорошая позиция. Так, мы должны воспользоваться. Так, подождите, а где тут? Вот. Тяжеловес идет сюда. Сейчас он всех тут заметит. Так что немедленно нужно... Стрелу собираем. Идем дальше. Что это было? Тут кто-то еще есть, кого не заметил? Я вроде всех отметил. Заметил и отметил. Пока что одна из трех. Кстати говоря, вон там где-то была. Ёб твою, а как я... Как я мимо прошел? Я, наверное, не мимо прошел, а просто... Она где-то в середине. Надо валить отсюда. Да тихо вы, ребят. Ну чё вы, не знаю, суетитесь. Не суетитесь! Все нормально будет. Так, что с этим делаем? А с этим мы вот что делаем. Такая песня еще жарко. Так, и еще одну бомбочку, блин. А... Вот знать бы, где эта бомба. Кого ненавидишь? Природу? Или не понял, кого, что он сказал. Так, тяжеловесик. Очень фигово это. Так, а этого можно даже на ближний бой. Все, провалил. Провалил. Зашибись. Вот так, ребятки. А, нет, подожди. Все, нормально. Подожди. Выполнено, точно? Сейчас мы посмотрим. Не, ну вроде выполнил, хрен узнает так. Блин, стрелы не собрал. Я хотел на обратном пути. 450. Все, а что нам делать? Давайте быстро перемещение сейчас. Куда нам поближе-то? Прям вот сюда. Перемещаемся, конечно же. Так, все. И... Смотрим, что у нас тут. Во! Сейчас оценим, что за пушка. Бронежилет покупаем. А что насобирали? Офигеть, уже что-то насобирали.
Аж настольно, не настольно, перебрал. Во, это еще что, бык. Сейчас посмотрим, на сколько он стоит. 350, офигеть. А что про него пишут, тип оружия? Я думаю, ружья уже написано. Блин, это дробовик сраный. И ради чего я стремился? Вот, наверное, сопровождение хищник. Так, а у него урон какой? Если мы ведем к СВД. Блин. Так, как тут? Ой, нет, подожди, как? Так, наверное. Не-не-не-не-не. Ладно. Так, смотрим примерно дальность. Урон пальчиком сейчас. А у этого хищника... Блин, да у него такой же урон примерно. Ой-ой-ой, ребятушки. Как же обидно-то. Так вот, получается... Двуручное. Почему написано двуручное дробовик? Блин, как же обидно, а. Очень честно говоря. Я-то уже обрадовался, думаю, снайперская это. Слушайте, может, а тут где-то есть снайперская? Я ее просто не вижу. Ну вот, зачем я М700? Ну она же, блин, у нее... Кстати, на нее... подождите. На нее же модули ставятся, ё-моё. Офигеть. А как изменить? Во. Глушитель, ё-просто. Купить, конечно же. Ой, подожди, нет. А чё он делает? Чё это такое, минус или что это? А, это просто такой глушитель. А это зачем? У нас есть прицел. Увеличит магазин. Купаем. Чё, нет, да. Вот оно, ребятушки, не оказывается. А я тупил, как всегда. Обидно. Вот она. Так, она не близко ли к экрану слишком? Сколько у нас патрон сейчас? Как посмотреть? На единичке она у нас. Кстати, 25. Хм, нормально, что 25? А, 25 это в общем. Хрен его знает. Забыл купить-то боеприпас. Все, покупаем. Ну-ка, давайте-ка.